В рамках инвестиционного форума в Сочи он провел совещание с губернаторами. Участие в заседании принял и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обсуждались вопросы снижения долговой нагрузки субъектов страны, а также их стимулирования для развития собственного экономического потенциала. Как отметил председатель правительства, выросли доходы консолидированных бюджетов регионов, а число профицитных бюджетов увеличилось.